Первым масштабным международным событием в новой госрезиденции Ндыма-Кордо стал саммит Организации тюркских государств. В очередном заседании участие приняли лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана. Согласно протоколу, президент Садыр Джапаров глав государств встретил здесь, в фойе резиденции. Затем здесь было сделано совместное фотографирование, чтобы запечатлеть этот момент. Затем, сразу после фотографирования, лидеры прошли в этот зал заседаний, чтобы обсудить приоритетные направления сотрудничества. На саммите главы государств обсудили вопросы экономической интеграции, устойчивого развития, цифрового будущего, ну и также актуальны для всех – это вопросы безопасности. Одним словом, саммит посвящен обсуждению стратегических направлений сотрудничества для устойчивого развития. Сейчас тюркские государства рассматривают новые экономические возможности. Это электронная коммерция, цифровизация торговых процедур, межгосударственных систем и не только. В этом направлении президент Садыр Джапаров предложил сделать Бишкек цифровым центром тюркских государств. Кыргыз Республикасы, Тюрк мамлекеттер уюмунун аймагын. Нужно внедрить цифровизацию на всем тюркском пространстве. Для этого предлагаю создать специальную платформу, которая будет признавать электронную подпись и электронные услуги. Сейчас в современном мире развивается искусственный интеллект. Мы должны включить его в деятельность нашей организации. Предлагаю сделать Бишкек цифровым центром тюркских государств. Лидеры единогласно подчеркнули, что такие цифровые условия обеспечат свободную торговлю, а также укрепят наши отношения. Помимо экономики, стороны также рассмотрели вопросы безопасности, экологии, культуры и образования. По итогам саммита лидеры подписали ряд документов. Председательство в Организации тюркских государств перешло к Кыргызстану. Ахмёр Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.